Представители детской музыкальной школы, районных и городских домов культуры, а также центра внешкольной работы сначала выступали перед городской комиссией. Основные критерии смотра, необходимые для подтверждения и получения звания, это оригинальность коллектива, частота пения, репертуар и сопровождение. По результатам отборочного тура в финал вышли воспитанники вокальной студии «Камертон», образцово-вокального объединения «Гармония» и клуб авторской песни «Сочи». Последние, кстати, боролись за присвоение звания народного коллектива. На суд жюри сочинский клуб представил авторскую песню Павла Андриенко «Почему же я хочу летать» и хоровую композицию «Голосом звонким». И в результате получили звание народного коллектива. Другие ансамбли также подтвердили свой статус. Самодеятельные коллективы очень на высоком уровне. Очень хорошо поднята планка была, да. Я надеюсь, конечно, что они теперь с этой планки все-таки не упадут, да, все-таки будут все-таки выше и выше и выше. Хор ветеранов очень порадовал. Народный хор очень сильный, вот я имею в виду вот такой вот возрастные, да, люди. То есть там 37-й год, 40-й год рождения. Артистки просто шикарные, голоса еще такие крепкие, настолько высокий уровень, дети очень интересные.